Это наша станция «Салют-7». Вес 20 тонн, размер 15 на 6 метров. Сигнал пропал. Станция не отвечает ни на какие команды. Это американский шаттл «Челленджер». Размер грузового отсека 15 на 6 метров, вместимость 20 тонн. То есть вы хотите сказать, что они собираются украсть нашу станцию? Я же лучший инженер. Одну лампочку только заменю и сразу обратно. Лучшего инженера не посылает просто лампочку мне. Никто и никогда на орбите не стыковался с неуправляемым объектом. Мне подходит. Они созданы для дела, которое сейчас сделают. И это касается их чести. И чести их страны. И музыку повеселей для настроения. Начинаем стыковку. Поехали. Гаси, гаси скорость, режу тебя. Твою же мать. Надо их возвращать, черт возьми. Люк закрывай! Давай, люк закрывай! Петя! У нас пожар на корабле. Станция подачи кислорода сгорела. Воздуха почти нет. Это ты их угробил. Ищем везде! Каждый глоток воздуха, каждую молекулу кислорода! Мы сделали все, что могли. Мы можем вернуть только одного человека. Скажи, что там такого? В этом проклятом космосе. На что ты поменял нас? Я никуда один не получу. Я тебе приказывал. Надо только раздолбать этот корпус. Чем мы его раздолбаем? Кувалдой, что ли? Мать его. Ну что, по маленькой? На Земле что хоть закон? Тоже на Земле. На нас не распространяется.